Трогательный, немного грустный и такой волнительный момент для выпускников. Напутственные слова от учителей, родителей, поздравления первоклашек и, конечно, пожелания успеха. Для вас начинается будущее, серьезная жизнь, которая связана с вашим будет выбором, где учиться, что из себя потом вы будете представлять, как вы будете созидать свою семью, как вы будете полезными нашему обществу. Сегодня действительно исторический момент, потому что у вас звенит последний звонок. Символ перехода из детства в юность. Глядя на ярких выпускниц, родителям не верится, что недавно они стояли перед зеркалом и с нетерпением ждали, когда же наконец-то пойдут в первый класс. А сегодня они уже на пороге школы и готовятся к более серьезным испытаниям. На самом деле я не думала, что будет все настолько эмоционально, потому что когда я увидела своих первых учителей, меня прям затрепетало все. Но это же все равно победа, это ваша победа, 11 классов позади, и все прекрасно, впереди экзамены, ответственная пора. Да, я согласна, но я волнуюсь перед экзаменами, но я думаю, что я весь год работала, и думаю, получу хорошие баллы, я очень на это надеюсь. А вот и выпускники. Они возмужали, и в их лицах читается уверенность и решительность перед стартом во взрослую жизнь. Я очень рад, что как бы все закончится. Но с одной стороны и грустно, что уходишь с этих родных стен. Тут было очень хорошо. А что пожелаем учителям в таком случае, нашим любимым, твоим любимым? Я бы им пожелал в первую очередь здоровья и терпения, чтобы они дальше учили наше новое поколение и воспитывали новых учеников и выпускников. Вот не верю в то, что все заканчивается, то, что все уже вроде конец, а вроде школа родная. Как бы не верю, что вот сейчас выйду и все, и зайду только через там, я не знаю, месяц. Что сказать родителям? Родители молодцы, что воспитали таких одноклассников хороших, меня что воспитали. Ну, удачи еще тем, у кого есть дети, еще их выпустить. Помладше. Помладше, да. Младших братьев, сестер. У нас класс очень дружный. Огромное спасибо маме, папе, бабушке. Всем. Волнение, трепет, осознание того, что он уже взрослый, и он уже практически, ну вот еще чуть-чуть, да, и будет на равных со мной, как со взрослым человеком. Сыночек, я бы тебе пожелала легкого пути во взрослой жизни, чтобы для него открывались все двери абсолютно, чтобы был более настойчивым, ну и чтобы верил в себя. К последнему звонку готовились все – родители, учителя, ученики, пришли выпускники прошлых лет. Для каждого этот день имеет особое значение. И вот он, звонок, который в жизни этих выпускников уже звучит в последний раз. Своим одноклассникам я бы хотела пожелать удачной сдачи экзаменов и, конечно, поступления в вуз мечты, потому что я считаю, что именно в вузе закладываются основы всей дальнейшей будущей жизни. Елена Цыганова, Игорь Чернышов, Раменское телевидение.